Сладкий подарок. Новая участница конкурса Муромского телевидения научит за сюжет изготавливать оригинальную конфетную композицию. Как? Смотрим в сюжете. Нам понадобится сетка декоративная, продается в цветочных магазинах, пленочка, гофрированная бумага. Основные инструменты, которые мы будем делать, это ножницы, степлер, горячий клей, скобы для степлера. Для декора может использоваться сизаль, декоративные ленточки и лента для связывания букетов. Делаем основу из кусков пенопласта и оборачиваем гофрированной бумагой. Теперь готовим наполнение – цветы из конфет. Сейчас я покажу, как сделать тюльпан. Вырезаем заготовки из гофрированной бумаги 4 см в ширину и 10 в длину. Скручиваем нашу полоску и теперь маленькую чашечку вкладываем в большую. Расправляем лепесток, приклеиваем конфету на зубочистку и оборачиваем лепесточками. Из гофробумаги мы можем изготовить и другие нарядные обертки для конфет в форме роз и других диковинных цветов. Следующий этап украшения. Сейчас я покажу, как сделать фунтики, которыми мы будем заполнять наш букет. Нарезаем квадраты или прямоугольнички примерно размером 7 сантиметров на 10. Вкладываем по диагонали, смещая углы, и гармошкой внизу в серединке. Берем зубочистку, вставляем в серединку в основание и крепим с двух сторон степлером. У нас получилось 4 десятка фунтиков. Ими мы заполняем все пустое пространство между цветами. Добавляем к букету немного сизали. Приклеиваем с помощью горячего клея к краям букета элементы украшения – бантики и листочки. Букет закрепляем оберточной бумагой. Мы нарезали два таких квадрата. Теперь их складываем, чуть-чуть смещая углы друг к другу. И оборачиваем наш букет. Скрепляем слои степлером. Поверх слоев обертки одеваем розовую гофрированную юбочку, также скрепленную степлером, и завязываем букет золотой тонкой лентой. Последний штрих – добавление к букету трех дуг из проволок, обклеенных маленькими пенопластовыми шариками и посыпанных блестками. А что самое сложное? Это выбор дизайна букета и его оформление, поскольку это творческий процесс, он требует именно эмоциональных затрат. А все физические затраты нарезать, склеить, собрать – это уже второстепенные. Ждем ваших мастер-классов и заявок на конкурс на адрес электронной почты muromtv@mail.ru и по телефону 9-98-55. Конкурс проводится при главной финансовой поддержке ресторана «Чайка» и универсального магазина «Бум», а также при финансовой поддержке отдела бытовой техники и посуды «Рондл» в магазине «Владимир» и магазина одежды для подростков «Белая ворона». Регина Ломакина, Николай Молоденов, новости Муром.